Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет Фанта. Да не обычная, а аж индийского, ой, то есть болгарского производства. Вот так вот она выглядит в такой бутылке. Тут написано Portokal, я не знаю, что это значит. Ну и тут, естественно, все выполнено на болгарском языке, который очень похож на русский. И его можно, в принципе, понимать. Но, не знаю, я гораздо лучше украинский понимаю, чем этот. Хотя тут более, тут по буквам пишется так, ну, как и... Ну, короче, больше на русский похож, как мне кажется. Вот. В общем, пол-литра стоила она... Блин, я не помню уже, сколько она стоила. Ну, в пределах 100 рублей она стоила. Куплена была в Алкотеке. Нашлепка на русском языке здесь, конечно же, присутствует. Ну, сейчас, в общем, появилось много чего. Все это из разных стран поставляется, там, параллельный импорт и так далее. У нас же Фанту убрали, вместо нее теперь этот добрый. Вот. Поэтому, так сказать, параллельный импорт. Ну, сок апельсиновый. Короче, читать я не буду, не знаю. Давайте попробуем. Так по бутылке не скажешь, что тут 0,5, как будто меньше. Ну, просто за счет формы она как-то... Она, кстати, да, обратите внимание, она интересно выглядит. Видите, как криво так вот сделано, такой закос. Как будто это кость какая-то, не знаю. Только сейчас, кстати, заметил. Блин, ну на запах она, сразу могу сказать, натуральнее, чем наша. Потому что вот она прям апельсином пахнет. Апельсином или мандарином. Короче, цитрусом. И вот прям, ну, как будто я сейчас в руке держу в разрезанные апельсины, нюхаю. Потому что, ну, наша Фанта, она хоть и цитрусом пахнет, конечно, но там сладость какая-то нами. Короче, там еще всякие добавки чувствуются какие-то. А здесь вот прям, ну, очень, очень натуральный аромат. Как будто вот реально сок апельсиновый. По вкусу имеет отличие. Я вообще как бы не фанат Фанты. Не знаю почему. Вот сок апельсиновый я люблю, и цитрусы люблю. Но вот саму Фанту я как-то... Именно апельсиновую, нашу обычную российскую, как-то я не знаю. Всегда предпочитал колу или что-нибудь такое. Гораздо натуральнее, чем российская, это я сразу могу сказать. И по запаху, и по вкусу. Вот чувствуется, что прям вот апельсиновый сок. Ну, газы есть. Причем она не такая газированная, как наши пепси-колы и фанты. Вот прям любят очень много газами насыщать, добавлять туда вот этого прям в больших количествах. Да, собственно, и с пивом также, да, чаще всего. А здесь же, ну, газы есть, но их как бы меньше. В общем, прикольная штука. Мне она понравилась больше, чем наша. Ну и добрый я этот пил, и там другие аналоги. Сейчас полно всякого появилось, развелось этого закоса, и то под пепси, и колу, то под фанту. Вот. В принципе, если найдете, я не помню, говорил или нет, я ее в Алкотеке купил, то есть, да, там, где алкоголь продается. Но вот импортные всякие колы и прочее я именно там покупаю, как ни странно, да. Вот. Ну и Фанта это там же была найдена. Так что вердикт мне зашло. Приятная такая на вкус и более натуральная, чем наша. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем пока.